Итак, как видите, это окончательный вариант настройки Linux Mint XFCE. И что же мы видим? А мы не видим панельки. А вот она. При наведении указательной мыши наверх выскакивает наша панелечка. Убираем, она исчезает. Вот таким вот, скажем, образом я настройки эти сделал. Довольно-таки любопытно. Вот в настройках панели внешний вид есть вот два таких вот указателя. При наведении, значит, 100% непрозрачная, а стандартная, значит, я сделал полностью прозрачная. Могу сделать стандартную вот такой степени, допустим, прозрачности. При наведении она будет приобретать 100% прозрачность. Ну, я посчитал, что лучше, когда полностью все это дело прозрачно. Рабочий стол выглядит очень симпатично и приятно. И панелечка сразу раз выскакивает, что нужно, значит, все это дело делается. Вот. Я, значит, сделал при настройках вторую панель. Туда перенес все свои программы и также запуск приложений, значит, вот по группам, значит, все здесь как и было в нижней панельке. Вот таким вот образом. Так что я считаю, что Linux Mint XFCE имеет полное право, как говорится, быть установленным на слабенькие старенькие машины, ну или даже на современные, на новые, но тут он будет просто, скажем так, летать, потому что здесь у него приложение работает довольно-таки быстро, я бы так сказал. Ну вот, далеко ходить не будем, давайте посмотрим. Вполне приличная загрузка приложений. LibreOffice одна из самых последних версий, так что я считаю, что работает он вполне прилично. Причем у меня, скажем так, компьютер, я скажу так, компьютер средней руки, но у меня, так сказать, вот эти вот данные, значит, все вполне устраивают. Я не люблю, чтобы рабочий стол был загроможден, а здесь вот все самое необходимое только. А надо, вот, пожалуйста, панелечка выскочила. Но я думаю, что с такими опциями можно даже и две панельки будет держать. И также их поднастроить. И также, чтобы они только при наведении, значит, выскакивали и все. Ну, короче, желаю вам удачных экспериментов. То есть эта версия Linux Mint вполне, как говорится, работоспособная и нормальная. Желаю удачи!